Всем привет, с вами Наталья Маханева, канал «Все сразу». Сегодня 13 мая 2021 год, Московская область. И мы сегодня подсадим картошечку. У нас хоть как-то немножко сорганизовалась погода. Правда, всего 13 градусов сегодня, ветер ледяной. Но обещают 27 уже через несколько дней. Поэтому сажаем картошечку, пока нет дождя. Видео в правом верхнем углу будет о том, как я ее проращивала. Сейчас я ее перевернула фертормашками. У нас омоложенная картошка в том году сажалась росточками, без самой картофелины. Вот так вот, такие корешочки. Так, я покажу одну штучечку, чтобы видно было. Картофель хранился в сухих опилках, слегка совсем увлажненный. Такие корешки, как я называю, бородатая картошка. Сажать буду в мешки. Торбы, 3 или 4 луночки. Это мы сейчас организуемся и решим. Каждую луночку по 4 глазочка. Осуществляем мечту мужа. Он всю жизнь хотел на огороде цветник, то есть травку посадить. Вот у нас будет травка между колесами, мешками нашими. А, соответственно, в мешках будет картошка. Мы, как всегда, с помощницей. Всем привет! Наше колесо исходное. Стандартные размеры. Первая наша картошечка, которую сажаем. Зола. Мочевина. Все. В этом экспериментальном мешке будет 4 лунки с картошкой по 4 глазочка. 2 уже сделаны. Посыпаем чайную ложку мочевины в каждую, чайную ложку золы в каждую. У нас не будет использоваться никакие больше удобрения. Перегноя у нас тоже нет. Поэтому эксперимент как обычно. Камера, конечно, шалит. Вот такие у нас 4 глазочка. Пророщенная, бородатая, подсохшая картошка. 4 глазочка на месте. Засыпаем 10-15 до 20 сантиметров землей. Делаем аналогично еще 2 лунки. Получается 4, как я уже говорила, луночки. И все делаем остальное, все то же самое. Бородатая картошка сегодня будет посажена. Палочки, чтобы не потерять места. Нет. Забыла сказать, что сейчас мы сажаем омоложенный сорт, розовый и белый, но не именитый. Тот, который, как говорится, своя картошка была. А уника у нас будет посадка чуть позднее, потому что она поздняя и долго проращивается. Глазочки только наклюнулись. Извиняюсь за ветер, но все равно нужно договорить то, что не договорила. Также мы сегодня сажаем сорт киви. Сорт киви у нас есть резанный и будет небольшими картофелинками, не резанными, потому что они маленькие. Вот так мы высыпали из стаканчика. Вот у нас сорт киви нерезанная. В опилках сухих. Вот так она проросла. Тут всего 2 глазочка, поэтому, естественно, я сажать буду. Нет, вру, 3 глазочка. Ну, будем сажать, я даже не знаю, по одной картофелине в гнездо. А дальше уже будем в следующем году делать выводы. Такая у нас... Ах, опять ветер. Вот такая у нас следующая бородатая кокосовая. Ну, тоже вот. Только-только начинает наклевываться. Один росток нормальный, а здесь глазки только-только начинают. Поэтому все-таки я решила сажать по 2, потому что маленькие картофелинки. В лунку 2 картофелинки. Так, 4 тубы мы засадили, 16 получается кустиков. Это ранняя картошка. Более ранняя. Ранняя получается омоложенная. И киви среднеранняя. А более позднюю будем сажать через несколько дней. Она еще на проращивание. Прошу не закидывать меня тухлыми помидорами, заядлым огородником, которые сажают гектарами. У меня 2 сотки земли, которые я использую на все. Да и погреба у нас нет. Поэтому просто скорее я играюсь, чисто чтобы поесть молоденькой картошки. Ну и так, ради эксперимента. Или точнее, эксперимента ради. До скорой встречи. Всем добра. We'll be right back.